Сбербанк стал первым российским банком, вступившим в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance. Об этом в кредитной организации сообщили в среду. Альянс объединяет крупнейшие международные компании, такие как JP Morgan, Accenture, Intel, Microsoft и другие. Создан он был в феврале 2017 года для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реальном бизнесе. Присоединение нашего банка к альянсу Enterprise Ethereum Alliance – важный этап в реализации технологической повестки нашего банка, который открывает для нас доступ к передовым разработкам и международной экспертизе в области технологий распределенных реестров, сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Отметим, что президент Сбербанка Герман Греф ранее неоднократно выступал в поддержку развития технологии блокчейн. По мнению Грефа, в течение ближайших 10 лет вся экономика сильно изменится благодаря ее внедрению.